Это история из дальних краев. Уже не помню, рассказывал я на прошлой вечеринке или не рассказывал в Пентагоне. История из Пермского края. Из Чердынского района. Представляете, где это Чердынь? Ну, это реально у черта на куличках. Там сотни километров тайги. Так это даже не сама Чердынь. Но это какое-то село в районе. Среди лесов. Когда-то богатое село было. Потому что дорога через него пролегала. Ну и на селе хорошо жилось, весело. Жил там на селе крошка-гармонист. Он там все село веселил. Главный там был музыкант, и массовик-затейник, и герой-любовник. Ни один праздник без гармониста не обходился. Кучеря-вопрошка жил. Все девки были его, все парни ему завидовали, но никто на гармонии играть не умел. Ну, а потом времена поменялись, магнитофоны появились. А вслед за магнитофонами еще куча всякого дерьма. А потом еще вдобавок проложили новую дорогу вдалеке от деревни. Построили там поселок городского типа. И вся молодежь в этот поселок посъезжала. Вот буквально за 10 лет осталось в деревне одни старики. Ну и Прошка вместе с ними, потому как к тому времени ему уж было, ну, далеко за 50, скажем так. Вот, значит, сидит он, скучает. Весна прошла, пора свадеб, лето началось, уж лето заканчивается, никто ни на какие праздники его не зовет, на похороны не зовут, на поминки не зовут, никому не нужен Прошка стал. Сидит он, знаешь, со своей гармонией, глушит самогонку. И думает иной раз, хоть бы черти в пекло и поиграть меня позвали. Уж ей-богу, к чертям бы пошел, даже не за бабло, просто уже поиграть хочется, праздника хочется. Ну, хрен там, даже чертям просто не нужен. А тут и самогонка у него закончилась. Решил он так. Короче, сейчас поеду в поселок. Продам там нахрен эту гармонь, да пропью. Ну, а что делать? Для кого играть-то? Зачем она вообще? Приехал в поселок, встал там на бойком месте, возле центрального универмага. Никто гармонию не интересуется. Ну, взял и решил показать товар лицу. Взял, заиграл. Народ оборачиваться начал. Тут подходят к нему какие-то два молодых парня, не по поселковому, по городскому одетые, модные такие, длинные волосы, серьги в ушах, татухи цветные. Говорят, слышь, дед, а ты реально хорошо играешь. А не хочешь ли на нашей вечерине поиграть? Прошка, дурак, просто несказанно. Ну, морду держит кирпичом, профессионал же. Говорит, оплатите сколько. Парни спрашивают, сколько тебе надо. Прошка говорит, дорого я стою, 5000 рублей. Парни говорят, будет тебе 5000. Короче, залезай в джип, поехали. Прошка, значит, гармонь под вышку и в джип. А сам думает, сейчас в клуб поедем. Взорву тут местный клуб. Однако проезжает машина мимо клуба.
Он думает, наверное, на дачу к кому-то поедем. Проезжает машина мимо дачи. Рулит куда-то в тайгу. Прямо в сторону Прошкиной деревни. Прошка думает, ой, беда-беда. Бандиты, небось. Сейчас убьют и в лесу бросят. По гармонии отберут. А потом думают, дурак ты, Прошка. Вон мужик, у них машина какая хорошая. Да хрена им это гармонь. И привозят его реально в лес. А лес как будто и не лес. Кругом цветные нити висят, цветные лампочки, картины светящиеся. Как будто прям не лес, а дворец. И молодежи там, видимо-невидимо, такая толпа, и одеты все один другого чуднее. У того кольца в ушах, у того рожки на голове. Короче говоря, цирк приехал. Реально. Прошку прям к сцене ведут. Дают ему стул, садится он с гармонью. Ждет, пока музыка кончится, чтобы вступить. А музыка играет и играет. Не пойми, откуда со всех сторон играет. И вроде никто не играет. А парни говорят, Прохор Павлович, ты это не жди, пока кончится, прям по музыке вступай, музыка при тебя подстроится. Прошка гармонь растянул, как заиграл, звук такой пошел, ей-богу, сроду так гармонь так не играла. Прям залюбовался Прохор Павлович собственным звуком. Целый час играл. Ничуть не устал. Но надо же честь знать. Отыграл час. Гармонь поставил. Всем поклонился. Ну, как по телевизору видел. А молодежь-то там беснуется, хлопает, свистит. Кричит еще. Прошка говорит, потом. Со сцены слез ему. 5000 вручили. Водочки поднесли. Стопарик. Прошка стопарик выпил, еще попросил. Еще выпил. И пошел смотреть, как тут народ развлекается. А народ как-то странно развлекается. Ни водки, ни вина. Ни пива нигде не найти. Бар стоит. На баре какие-то соки, травяные настои. Да-да-да, чай-чай. А все веселые. Тут Прошка подумал, наверное, курят чего или наркотики какие едят. Про наркотики он особо ничего не знал. Однако стал высматривать. Тут какая-то девка идет, конфеты несет, всем раздает. Прошка руку протянула, она говорит, да нет, Прохор Павлович, вам это не надо. Вы лучше еще водочки выпейте. Вон там палаточка, там вам нальют. Однако Прошку не проведешь. Прошка говорит, гля, сова летит. Девка, где? А Прошка, цап, две конфеты с тарелки. И в себя. И чё? И ничего. Видать, в самом деле конфеты. А тут подбегает один из тех двух парней. Прохора за руку, говорит Прохор Павлович, публика вас требует. Еще 5000 дадим. Прошка говорит, хорошо, только вперед давайте. Получил вперед. Влез на сцену. Заиграл. А сам не только играет, а глазами по сторонам возит. Любопытно ему, чем же тут народ разогревается.
А народ разогрелся нешуточно. Орут выше себя, скачут, с ума сходят, корячатся по-всякому. Ну, не иначе, как вот на сухую, так нельзя. И тут заметил Прохор Палыч, что какой-то парень прямо у сцены глаза себе капает. И подумал, во, это точно оно. Тем более парень у глаза закапал и пуще всех веселится. Отыграл, разыскал того парня. И говорит, слышь, а мне глаза закапает? Парень говорит, да пожалуйста. Капает Прохор Палыч в глаза. И тут прозрел Прошка. Видит он, что не парень это, а реально бес. Ну реально такой мохнатый, с копытами, со светлым рылом. Глаза капает и стоит ржет. И другие тоже кругом, все бесы. Все на Прошку таращатся и все ржут. Блин, подумал Прохор. Вот не надо было черта звать-то. Вспомнил он как. Говорил, что к черту в пекло играть поедет. Вот приехал. Как теперь выбраться-то отсюда? А тут прибегают те двое парней, Прохора прям под руки, и говорят, Прохор Палыч, последнее отделение на бис, десятку даем. А Прохор видит их мысли. Прямо над головой у них мысли написаны. Так и написано. Вот сейчас сыграешь еще раз, и дальше с нами в петли играть будешь до скончания времени. Прохор говорит, я сейчас вот до ветра сбегаю. Гармонь под мышку. И бегу. Однако не пускает его лес. Вроде как деревья, деревья, а куда не бежишь, все время на дерево натыкаешься. Как будто частокол из деревьев. А черти за ним, Прохор Палыч, постойте, туалет не там. Прошка думает, ну хрен, а живым не дамся. Берет горбой, швыряет прямо перед собой и в образовавшуюся дыру только прыг. Так вот и чертей ушел. Шлялся по лесу всю ночь. Уж на рассвете только к деревне своей вышел. Деревенские уж попросыпались все. Видят Прошку, с ним здороваются. Спрашивают, где гармонь. Прошка на них глядит. Видит, что такие же черти у него в деревне. Все его односельчане. Спят очками, с рогами, с хвостами, с копытами. Блин, всю жизнь среди чертей прожил и не заметил. Так, короче, значит, два дня у чертей видел. Потом, правда, попустило. Гармонь он свою нашел. Сходил потом в лес, целый день ее искал, нашел под кочкой под какой-то, в целости, сохранности. Однако, что удивительно, вот в тех местах, где он гармонь нашел, как будто никакого праздника, бала, маскарада, ничего не было вообще. Никакого мусора, никаких окурков, никаких бутылков. Вообще ничего. И даже от сцены следов нет. Реально черти. И вот с тех пор Прохор Палыч очень сильно засомневался, что правильно себя тогда повел. Вот если бы он тогда не сбежал, играл бы сейчас у чертей в пекле. Весело было бы. А здесь-то что? Здесь, по идее, те же черти, только нудные. Ну, такая история. Вполне летняя.